Так, всем приветик, прям по чесноку. Первый запуск. Не знаю, что с этим делать, эти гробницы испытаний, тыры-пыры. Раскройте тайны. Короче, я думаю, мы начнем играть, наверное. Сложность боя средняя. Ну, я так думаю, может на... О, сложность исследования я поставлю легкую, потому что я вообще не люблю ковыряться с этими делами. А вот сложность боя... Что у нас будет? Сложная, легкая, средняя сложность боя. Общая сложность. Очень сложная. Ну, даже не знаю. Короче, сложность боя сделаю среднюю, а головоломки легкую. Потому что с ними париться и тупиться не хочется. Короче, пробежаться налегке, постреляться. И все такое. Вообще, прочитал отзывы об этой версии игры. Говорят, что... Ну, в общем, много недовольных отзывов, типа... Ну, много критики, короче говоря, и большое смещение в сторону головоломок, исследования, стрелялок мало. Ну и типа все то же, все про то же. Ну, вообще, в целом, мне кажется, надо попробовать самому. Хотя я сомневался, покупать, не покупать. Вот. Ну, решил купить и прогнать самому, чтобы, так сказать, быть в курсе дел. Ну, а что мы, пойдем дальше-то? Или так и будем тексты нам делаешь? Я его выровняю! Парашютов нет! Знаю! Ни за что! Нам придется! Ты что, совсем спятила, Лара? У нас нет выбора! Я не выпрыгну из самолета! Давай! Давай! Ну вот это вот довольно смешно. Черт! И да, я сейчас убавлю звуки, потому что очень громко, неожиданно. Иона, слышишь? О, черт! Иона, я здесь. Только застряла. А, мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго.
Черт! Может, туда? Что происходит? Типа надо было лезть уже. Ладно, полезли. Голова пролезет, все остальное пролезет. Или как? Ну да, сюжетная линия критиковалась, точнее, ну, как сказать, сюжетные повороты. Вот это спасение в кабине самолета, просто типа камнем упало пристегнутое и нормал, да? Так, все-таки, что-то я, мне не нравится громкость звуков. Может, вот это... Ну, не знаю, попробую поставить домашний кинотеатр. Не знаю, кто как смотрит. Кто на чем смотрит, непонятно. Ютубчики. Мне должны были нарисовать синюю изоленту, мне кажется. Конкуренция. Ну, игра 18-го года, я уж просто решил, типа, пройти, раз подвернулся случай. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться. Что? Это... забавно. Это забавно. Как это называется-то? С отрицательным углом наклона или как у тех, кто лазит по скалам? Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Так. Прости, что я тебя не дождалась. Так. Сейчас я... Что-то я... Думаю... Может, еще убрать немножко звучка какого? Типа так. Не знаю, будет ли, не будет ли. Тиховато. Что там еще есть? Громкость голоса. Ну, это вообще непонятно, о чем речь идет. А, понятно. Теперь понятно. Но это нас не касается. Ну, попробую, посмотрю. Будет видно.
Наглядненько. Лара! Ого! Ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Ну да, да, ну они да. Они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метком твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? В порядке. Лучше некуда. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... Что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Опа, опа. Сигнал пошел. Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Трещина пошел, бежим! Пошел, пошел. К соседу нам она пришел. Полный бизнес. Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Я ничего не делаю. Сами бегут. Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делала. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Мискаляна лопаются и драться с мафией. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Морских свинок могут подать. Я умираю с голоду. Кита бы съел. Короче, сколько вот? Минут 10 играю, ничего не делал. Ну там вылез, прошелся. А, по стене слазил. Такое типа интерактивное кино. Серьезный. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам до колониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины. Водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. В общем, генеральный курс. Идти на юг. Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Тем более коронавирус. Маска подходящая.
Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, Сэм. Как дела? Текущая цель. Gracias, Jonah. Грациона. Все? Надо куда-то идти. Ну, я все. Не видно пошел. Его. Нет. Продолжаем искать. Куда он ушел? Будем искать дальше. Смотри, это за моего папу. Может, зажечь один для мамы? В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Да с ним был поприкольней. Он у ворот. Тут я вообще... его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Этих я беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Ничего не делаю, сама пошла. Палец на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Может, у меня режим игры какой включен? Типа демо. Ничего не делаю. Или... Он не реагирует на управление. Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Сама что перелезла. Нас оберегайте. Пока. О, вот теперь. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Извините. Извентиляемся, говорит. Вы связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, организация вам полностью доверяет. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Дискульпе, сеньорита. Виновата. Еще как. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Так, обходной путь. О. Дяденька с автоматом.
Доктор, son muchos de sus hombres. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Как она медленно ходит. На празднике-то. Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Не посуетишься, конечно. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Ну, 20 лет-то ей. Наверное, да. Ничего не делаю. А вот. Надо было ее отлепить от стены. Чувак. Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Lo siento. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Давайте, давайте. Готовы. Готовее видали. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Так. Туда, наверное. Оп, оп. Прыг-прыг такая. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещера. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо. Только зря все услышали. Так, и чего? В принципе. Просто красцо. Ага. Через канализационную трубу, ну, конечно, не канализационная. Заканчивайте уже. Они нас уже ждут. Так. Последние слова. Стойте, я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. Ларчик-то. Раз-раз так, и все. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Естественно. Это командир Рур. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо взглянуть на эти руины. Blackout. У Скорпионс такая была композиция. Ну, была. Что значит была? Она и есть. Скорпионс-то... Надо взглянуть на эти руины. Как говорится, вписали. Отлили в граните. Так, чё-чё-чё.
Ну, бери, бери. Надо взглянуть на эти руины. Ну да. Так, сюда что ли надо лезть-то? Погнали, погнали. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель... Ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Наверное. Нужно спуститься вниз. Так. Интересно. Что? Ладно, должно сработать. Вот так, да? И куда? А, и сюда. Это прикольно. Этого... Отлично. А, была она, прыгала там на тросе уже. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Все, вот так? Прибудет доктор Домингес, и мы все или пойдем вот внутрь. Ага, сюда прыгать. Писаем на веревочке. Куда нам? Просто вниз? Просто вниз, похоже. Так, а дальше? Дальше-то туда, да? Нет? Опа, а что эта скала у нас не подсвечивается? Хм. Интересно. Не подсвечивалась скала. Ну ладно. Будем знать. Всем группам приготовиться. Доктор Домингес уже спускается. Так. Черт, надо торопиться. Ну, надо, конечно. Черт. А, слушайте. Да-да-да, во. Все под контролем. Так, что надо-то потом? Вот так? Да, вот так. Пробил. И все. Статуя смотрит на ту пещеру. Я, если что, не особо... играл. Я довольно-таки слабоопытный в этом плане. Игрок. Мало знаю, мало умею. Ну, потому что... Так... Ну, что ты не раскачиваешься-то? Что-то она не очень раскачивается, я не пойму почему. А потому что надо удерживать было кнопку на мыши. Там написано все, но я не особо это здесь. Внимательный. Леона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Ну, короче, играю я редко. Точнее, я раньше играл редко. А сейчас что-то во вкус вошел. Время что-то свободное появилось или что, не знаю. Не то чтобы прям сильно много свободного, но есть, короче. Могу судя себе позволить. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. И что-то это... Деть взрослый. Работа что-то не особо парит. Ну, как говорится. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. Так, ну здесь, как всегда. Отлично. Чёрт, чуть не попалась. Вон оно чё.
еда. Шиншиллы всякие там. Ну, наверное, в подземельях-то шиншиллы не живут. Ну, в горах там морские свинки, место. Шиншиллы. Может, под водой что-то есть? Так. Под водой? Это что, был намек типа нырни? Ну да, там можно проплыть. Не задохнется, как думаете? Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Мурена. Еще одна. Так, что-то я не понял, что надо было там сделать. Отлично. Ага, передохнуть. Ну, передохнуть-то нормально. Так-так-так, куда ж ты? Там посветлее где-то что-то. Выглядит, как будто она отсюда и плыла. Да ну нафиг. Куда дальше-то? А? Туда. А как? Язык. Так. Нужен укрепленный нож. Ни хрена себе. И как? Его еще где-то ищи. Нормально. Залезть никак. Укрепленный нож. Что-то где-то я не понял. Камеры. Ну, камеры. Но дело-то не в этом. Как пробраться-то ей? Куда-то. Нет, нифига.
Так где ей подышать-то? Она уж еле-еле. Так, да ты подожди, ты. Ух ты, ты налево. Голова пролезет, все пролезет. Ты твою за ногу. И как? Давай, 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 давай. Чуть-чуть надо. Так я за нее переживал. Ты пойдешь, нет? Нужно найти храм, который ищет Домингес. Да как? А как? Как? Скажи мне, пожалуйста. Нету снаряжения. Нужен улучшенный нож. Ножа нет. Где взять, не знаю. О, влип. Пойдем искать. Что? Нормально? Морская свинка на палочке, блин. Вообще. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого, хреново. Лара, Тринити используют взрывчатку. Я заметила, из-за этого и толчки. Тут пирамида, я заберусь наверх. Да, заберусь наверх. Ладно, например... Будем обходить. Лара, как дела? Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Мне нужна стрела с веревкой, чтобы уничтожить ворота. Слушайте, я что-то не понимаю. Ага. Что-то мне кажется, мне надо было запрыгнуть туда. Да, нет? Что-то пошло не так у меня, явно. Так. Куда же мне прыгать-то теперь? Ну, например. Раз. Типа туда, что ли? Короче, я не понимаю, что делать и куда надо. Надо туда. Так. Откуда пришел, тоже не знаю. Где телега? Обещали, что будет телега. Так, ну ладно.
Нет, надо вот туда, допустим. То есть прыгнуть сюда, потом сюда. Так что ли? Ну. Фрески. Ну, давай почитаем фрески. Мы просматриваем. Поизучаем. Так, 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 так. Нормально? Я видел там какое-то предупреждение. Ну, что-то я не придал этому значения. Вот. Оп. Ну-ка, вот как это дело делается. Сначала нужно поставить тележку на площадку. Тележку на площадку. Сначала нужно поставить тележку на площадку. Это прекрасно. Вот на эту площадку. Сначала нужно поставить тележку на площадку. Надо поставить вот эту тележку. Так, нет? Наверное, так. Угу. Этот ворот повернет площадку. Этот ворот повернет площадочку. А где у него там приводы? Да? Вот он. А, то есть вот так вот. И сколько можно крутить в итоге? Я могу привязать тележку к этому вороту. К тому вороту привязать тележку. То есть мы это должны обрезать, да? А это должны привязать. Дальше мы тянем, потянем. Режем, порежем. Это я еще включил легкие головоломки. Ну, раз опыт удали, значит, что-то сделал правильно. Совершенно не понимаю, что мне нужно. То есть как? Неужели они предполагают, что она до туда допрыгнет? Ничего себе, это сначала саму телегу эту. А, нет.
Ну, я не понимаю. Вот сюда, что ли? Ладно. Давай, бери. Давай, иди. Так. Клац, клац. Разносчики коронавируса полетели, понимаешь? Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Кукулькана. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры. Давай, крути. Сейчас Кукулькан как выпрыгнет. Невероятно. Иона, я нашла кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец». Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные! Хватай. Давно же проблем не было на земле. О, отлично. Молодец. А то так скучно было. Опа. Ты же этого хотела. Зря я так сделал. О. С Кукульканом шутки плохи. Иона, поднимись повыше. О, нет. Ты его взяла, да? Скорее. Они бегим, бегим. Кто? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Да слышу, я слышу. Сегодня прибудет Домингес. Я понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно, надо убедиться, что все работает как надо. А, хорошо. Как она его забагрила. Высылайте новый телескоп. Тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? Помоги подготовить освещение. Операция Blackout начата. Местных рабочих живых не оставлять. О, черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. К нам инспекция, готовьтесь. Черт, не волнуйся, я его починю. Что тут? Мы несем потери!
хрена себе. Страшно людям-то оказалось. Надо спешить. Знаете что? Так, давай я сделаю паузу. Ты следи за полицейской волной. Когда доложат о звуках стрельбы, сообщи. Вот. Рурк и подкрепление уже в пути. Нужно подготовить все к их прибытию. Чертовы археологи. Наконец-то от них избавились. Они уже долго пытались все здесь вынюхать. Ну, кое-что они нашли. Надеюсь, оно того стоило. Да, не надо было лезть не в свое дело. Вот. Ну, в общем, сейчас я сделаю перекур. Где подкрепление? И потом... Не надо мне заливать, сектор зачищен. Будет вторая серия. Наверняка это кто-то слышал. Всем пока. Увидимся. Вторая часть плана. Всем всех благ. Подстрелили бешеную дикую кошку и...